Федеральная программа энергоэффективности направлена на снижение затрат в коммунальной сфере за счет внедрения сберегающих технологий. Правительство страны готово предоставить субсидии муниципалитетам, которые активно используют возможности программы и добиваются экономии. Об этом говорили на совещании в Доме правительства. Энергоэффективность предполагает целый комплекс мероприятий и направлений. Инновационные идеи в энергопотреблении должны превращаться в современные технологии, в основе которых экономия важных ресурсов. Государство поддерживает такой подход и готово субсидировать внедрение энергосберегающих принципов при строительстве домов, возведении объектов социально-культурной сферы. Глава Чувашии отметил, что показатели по экономии должны отражаться не только на бумаге. Муниципалитеты должны активнее работать в плане разработки энергоэффективных паспортов учреждений различного профиля. Здесь надо быть активнее, и, конечно же, все намеченные мероприятия в данном направлении, они должны быть реализованы. Но при этом это надо делать не формально, а с пониманием того, какие мероприятия мы с вами проделаем. Ну и, соответственно, эти целевые показатели должны быть достигнуты. На совещании отметили, что в республике была проведена большая работа по выявлению бесхозных объектов в системе газоснабжения. Идет процесс постановки их на учет и последующей передачи в муниципальную собственность. Инесса Потапова, Татьяна Раевская, Андрей Шоклев, Республика.